Идем, Пако, я тебя прошу, пойдем. И все это именем Христа. Брось думать об этом, Пако. Инквизиции доступно даже то, что мы думаем. Ваше высочество, или вы хотите досмотреть? Нет, довольно, пожалуй. Мне не нравится, когда человека поджигают, словно он факел. Но вы сами пожелали быть здесь. Иногда следует открывать глаза на мир, в котором живешь. Но всему есть предел, и смотреть, как сжигают девушку, мне не хочется. Это тоже не мешало бы сжечь. Она колдунья. Клянусь тебе, Пако, у нее плохой глаз. А я клянусь тебе, что не видел ничего более прекрасного. Идем, Пако. Ваше высочество, благодарю за вашу щедрость. Вы ее стоите. Вы стоите больше. Ваше высочество. Сеньоры. Польщен, ваше высочество. Оставаться на местах. Патруль. Почему не встаете перед офицером короля? Я вам. Долго мы будем стоять? Вы кто? Ее высочество Донна Мария Тереза Каэтана, маркиза де Вильябранко, герцогиня Альба. Прошу извинения, ваше высочество. Весьма сожалею. Идем. Двор узнает, что мы были здесь. Ну и что? Пора им привыкнуть к этому. Доброй ночи, Кастильярос. Мы вас увидим на Коризе в воскресенье. Да, благодарю вас. Я вам посвящу самого лучшего быка. Благодарю, Ромеро. Приветствую гордость Кастилии. Осмелюсь пригласить вас на танец, ваше высочество. Вы становитесь бесцеремонны. Берите руки и думайте, что говорите! Ну кто там еще? Хозе, оставь его. Если бы в нем текла благородная кровь, я бы с ним посчитался. Хозе, пойди домой, проспись, ты пьян. Повтори. Повтори, если хватит смелости. Ну-ну, Хозе, не ребячься. Иди домой, тебе надо проспаться. Так, не связывайся с ним, это плохо кончится. Повтори. Уйти, пускай себе дерутся. Если вам страшно, уйдите. Но я беспокоюсь о вас, Мария Гаэтана. Пако! Берегись, Пако! Thank you.
домой, Хозе. Хватит с тебя. Так, Пако, так! Ничего. Все будет хорошо, Пако. Оставь Хуанито. Положите меня. Живо кто-нибудь за доктором. Помогите же. Положи меня, Хуанито. Положите же меня. Уходите все отсюда. Вы меня погубите. Нам пора идти. Мы задержались, и все это не очень приятно. Доктор Пер, здесь нужна ваша помощь. Где взять бинты? Порвите скатерть. Одна из нижних юбок Пеппы тоже подойдет. Что ты, Пако? У меня всего одна. Ставлю 5 реалов, что ты врешь. Ну вот видишь, не вру. Ох, 5 за то, что проиграл, и 5 за то, что увидел. Благодарю, папа. Позвольте вам предложить помощь. Это мой врач, доктор Пираль. Меня зовут Франциско Гоя, ваше высочество. Да, я знаю. Надеюсь, вы не опасно ранены. Нет, нет. Ничего серьезного. Мне так неудобно. Одну минутку. Я постараюсь не причинить вам боли. Сядьте, пожалуйста. Ничего страшного, ваше высочество. Рана глубокая, но сухожилия не задеты. Я этой рукой могу хоть сейчас свалить быка. Клянусь. Я много больше желаю этой руке силу, чтобы держать кисть. Ваше высочество знает, чем я занимаюсь. Кто ж этого не знает, сеньор Гойя? Вы известный художник. Доктор, помочь вам? Благодарю. Мне от ваших картин часто бывает тревожно, неспокойно. Очевидно, тяжело такой уж голой видеть правду. И совсем близко. Правда действительно может пугать. Мы так давно привыкли от нее отворачиваться. Но когда мы все-таки с ней сталкиваемся, нам бывает тревожно. Да. Итак, сеньор Гойя, вас ждет ваша кисть. У меня предчувствие, ваше высочество, что теперь я буду писать лучше. Возможно, но не сейчас. Пусть заживет рано. Я в следующий вторник устраиваю небольшой концерт. Если вы поправитесь ко вторнику, надеюсь видеть вас у себя. Почту за честь. До свидания. До свидания. Подлинный Гойя. Большая ценность, ваше высочество. Кроме всего, вы проницательный, сеньор Гойя. Это сон наяву, ваше высочество, не больше. Странный сон. Но меня вы в нем увидели очень верно. Я очень хочу, чтобы вы написали мой портрет. Надеюсь, вы не испугаетесь и той правды, в которую вам еще предстоит проникнуть. Нет. Нет, ваше высочество. Конечно, нет. До вторника, сеньор Гойя. Сегодня изображать. Что? Я спрашиваю, кем я буду сегодня? Вы? Вам, я думаю, подойдет быть ведьмой. Тебе не надо идти к Альбе. Молчи, Хуанито. Ради бога, не злись, Пако. Но не могу я. Что хочешь, но просто я не отпущу тебя. Куда вот тебе болтать? Хватит, понимаешь? Пако, королева ненавидит ее. Пойдешь туда, не станешь придворным живописцем. Маэстро, как у тебя подвигаются дела?
Так как можно было ожидать? Уж очень оригинально, Франциск, уж очень. Я полагаю, композиция будет традиционной. О, об этом не беспокойтесь, маэстро. В свое время купол будут украшать фальшивые ангелы, фальшивые герцоги, фальшивые куртизанки. Все фальшь, когда делаешь не то, что чувствуешь. Оставь. Искусство — это порядок. Порядок и верность традиции. И если мне посчастливилось стать президентом Академии, то дело тут не в чувствах, а в чувстве долга. В искусстве все как в жизни. Мы учимся у тех, кто был до нас. Да. Я учился у Веласкеса и Рембрандта, и больше для меня не было ничего. Сейчас только я стал учиться у самой жизни. Кому, как не художнику, показывать жизнь? Полно и справедливо, без всяких прикрас. Кто хочет играть, должен считаться с правилами игры. Но ты этого не понимаешь. И я не буду больше вразумлять тебя. Я извинюсь перед королем и попрошу его поручить кому-нибудь другому эти фрески. Ты мне ничего не скажешь? Франциско! Ti abbandono, ma tu vives para mi, porque tu eres mi vida. Así sabo por tus ojos, sí, día y noche. Что это за девочка? Это ее дочь. О, ну, приемная, конечно. У нее ведь не было своих детей. Сеньор Гоя просит извинить его. Он еще болен? О, нет, ваше высочество. Он выздоровел, но без отдыха трудится. Заказ короля, ваше высочество. Короля? Да, нашего великого короля. Храни его, Господь. Превосходно. Можете сказать сеньору Гоя, что он прощен. Благодарю. Хватит! Скиньте с себя все это тряпье. Вы слышите? Вот так! Вот так! Вот так! Вот так! Вот так! Пусть король видит вас как есть. Когда он будет приходить молиться, то в этой капелле его народ всегда будет перед ним. Ну-ка, начнем. Педро! Альберт! Хуанито! Я здесь, Пако! Мои краски! Холст! О, Боже! О, Боже, дай мне силы. Вразуми и помоги. Просите и вы помощи у Бога. Пойте! Пойте, чтобы он мог услышать нас! Громко пойте! Thank you.
именем короля, откройте! Ты слышишь, Пако? Король! Откройте! Да здравствует король, храни его бог! Отныне и навеки. Их величество на пути сюда. Стражу вперед. Занять ход. Уберите их отсюда. И этих тоже. И вы уходите. Всех убрать. Побыстрей. Быстрее, я говорю. Эй, вы послушайте. Это мои друзья. Руки прочь. Приказ, сеньор, что делать? Я не могу оставить их здесь. Сдвиньте леса. Откройте прески. Двинуть леса в угол. Вашего Величества, имею честь представить дона Франциско Гойю, наброски которого вы, Ваше Величество, одобрили. Мне следовало сразу догадаться. Все художники одинаковы. Ну, посмотрим. Надеюсь, мы постарались. Ваше Величество? Да. Сеньор Гойя работал и не ожидал, что Ваше Величество уже сегодня его посетит. Да, мы охотились с Мануэлем. Мануэль, где же мой премьер-министр? Сеньор Гойя, Мануэль. Лучший стрелок. К тому же наша правая рука. Неудивительно ли, что государственные дела не мешают ему быть превосходным охотником? Вашего Величества нет соперников в охоте. О, да. Надеюсь, что тут я не хуже всех. Карл. Да. Прости, роспись. О, конечно. А где эти фрески? Они на потолке, Ваше Величество. Ну да, конечно, конечно. Всего. Мне не знаком этот сюжет. Итак, сеньоры, мы ждем вашего мнения. Что скажете, Наварро? Увольте, Ваше Величество. Я небольшой знаток жизни. А что вы поел? Вы что скажете? Я полагал бы, Ваше Величество... А почему молчит наша Мария Каэтана? Судя по тому, как она улыбается, она, очевидно, находит, что это очень занятно. Да, Ваше Величество. Эти фрески сеньора Гойи действительно меня позабавили. Даже так? Вас религиозный сюжет может забавлять? Нет, не сам сюжет, а примитивная грубость средств, которыми он передан. Я рассчитывала увидеть здесь нечто более достойное вашего королевского внимания, но вышло иначе. Сеньор Гойя населил эту церковь простыми людьми Мадрида. Отверженными, бездомными, уличными женщинами, махами, И видите, даже у ног святого мадридские мальчишки оседлали балюстраду. Неужели это не забавно? Ваше Величество, я пишу то, что знаю, чувствую, вижу. Возьмем то, что я написал. Это же ваш народ, и я постарался приблизить его к вашему величеству. О, это... конечно. Да, я его поместил высоко по отношению к смотрящим. И дело не в том, как я его показал. Мне, ваше величество, мне хотелось, чтобы ваш взор был... Ну, словом, я имел в виду, как бы сказать, что вашему народу только вы можете помочь, ваше величество. Вы отлично все объяснили, сеньор Гойя, абсолютно правы. Мы любим свой народ. Кто-нибудь отрицает это? Так как сеньор Гойя пишет только то, что видит... Я разрешу себе спросить, где он видел таких ангелов, как те, что на куполе? Знаете, дорогая герцогиня, вы слишком придирчивы. Разве кто-нибудь из нас может похвастать тем, что видел ангелов? Да, но его ангелы выглядят так, словно они из плоти и крови. Это скорее махи с улиц Мадрида. Нам вас нелегко понять, моя милая.
Вам бы следовало пореже избирать предметом разговора уличных женщин. Даже при том, что вы их хорошо знаете. Вполне достаточно того, что бродяги и весь прочий сброд – ваше любимейшее общество. Если бы взыскивали за общество, выбранное каждым из нас, то многие здесь оказались бы в худшем положении, чем я. Вот видите, обмен мнениями – это чрезвычайно полезно и заслуживает, чтобы его продолжить. Мы еще хотели бы знать, что думает Бейкер. Ваше Величество, сеньор Гойя нарушил все законы живописи. Но я не встречал раньше такой поражающей силы, такой убийственной меткости. Это смелый и талантливый. Смелый и самостоятельный. Я уверена, что сеньор Гойя заслуживает титула придворного живописца. Не так ли, Карлос? О, да, конечно, конечно. Мануэль! Это вас. Ваше Величество? Мануэль, придворный живописец сеньор Гойя. Сеньор Франсиско Гойя. Принесешь мне подписать, что там нужно. Вот и все. На сегодня хватит, я думаю. Боже, как поздно. Надо ехать? Мой желудок явно тоскует. Хотите взглянуть? У меня целая коллекция. Я вам ее покажу. Уж вы-то оцените, у вас ведь хороший вкус. Поздравляю вас, сеньор. Будем рады в следующий раз увидеть вас в костюме придворного живописца. Сеньор, я вас поздравляю. Позвольте, ваше высочество, выразить вам свою признательность. Добрый день, Рамирес. Прошу вас. Пойдем. Мануэль? Новостей нет, Ваше Величество. Ах, Франция, Франция. Мало ей того, что творится у нее дома. Жаль, Луизу, что ты не пришла немножко раньше. Мы исполнили квартет Перри. Надеюсь, ты говорил с сеньором Гойя о нашем портрете? О, да, конечно, конечно. А все ли здесь? А, сеньор Гойя. Вся семья перед вами. Три поколения. Хвала Господу. Итак, вы уже решили, как нас всех расположить? Пожалуй, да. Да, Ваше Величество, я готов. Только я прошу все это побыстрее. Долго сидеть утомительно. Это мой сын. О. Ваше Высочество.
Ваше Высочество, вы не соблаговолите принять позу, в которой вы должны быть на полотне. Вы еще не кончили. Благодарю вас. Ваше Высочество. Нелегко к каждому приноравливаться. Не так ли, Дон Франциско? У его высочества характер малоприятный. К счастью, он совсем не дипломат. Если кому не расположен, то совершенно не скрывает этого. Вы заметили? Нет еще. Неужели же он вам ни о ком не говорил ничего дурного? Мне нет, ваша светлость. Его величество король со мной считается, так что я могу быть вам полезен. Благодарю, ваша светлость. Но меня не занимает ничто, кроме моих картин. Понимаю, но... Сеньор Гойя! Сеньор Гойя! Этот змей у меня никак не запускается. Это очень досадно. О, вот видите, ваше высочество, он у вас сломался. Да. Ну не надо надувать губки, его можно починить. Пойдемте в сад. О, да, сеньор Гойя! Ну вот и годой. Так, чтобы лицо было видно, подними. У меня готов Наполеон. Бери Наполеона, поволочем обоим. Шляпу Наполеону. Эй, Хуанито! Почему королева сделала этого Борова премьер-министром? Это можно узнать у нее, у него, у кого моды, у всех, кроме короля. Что, не отпрягли лошадей? Это ничего, Мигель. Сегодня все делают, что хотят. Ты только уведи лошадей. Ваше Величество, можно взглянуть? О, конечно, ваше величество. Этот мальчик, он вам удался, пожалуй. В один прекрасный день он станет королем Испании, сеньор Гойя. Доктора не избавили мою сестру от того, что вы видите. По их мнению, это неизлечимо. Но ведь все к лучшему, не правда ли? Из-за нее не было хлопот ни у одного мужчины. Ваше Величество, его превосходительство, министр юстиции. Ваше Величество. Что случилось, Дельгардо? Ваше Величество, я прошу о милосердии. Я умоляю. Это касается Монтихо и его братьев. Я обращался к вашему величеству 3 дня назад, но... Но я тогда же сказал, что вам нужно обратиться к Мануэлю Годою. Но, ваше величество, в том-то и дело, что Годой хочет убрать с дороги Монтихо. На завтра назначена казнь. Но вина их не установлена. Уверяю вас, что против них нет ни одного показания, которому стоит верить. Поймите же, наконец, граф Дельгардо. Я не вмешиваюсь в дела и политику премьер-министра. И могу сказать только одно. Вас не устраивают действия сеньора Годоя. Так свое недовольство ему и выскажете. Ваше Величество, умоляю вас. Нельзя быть таким чувствительным, это же не конец света все-таки. Ну, довольно об этом. Знаете что? Эти часы Дельгардо я дарю вам. На память о себе. Надеюсь, вы довольны, м? Ваше Величество, я возьму на себя смелость. Я, правда, всего лишь художник.
Народ с почтением относится к вашему величеству. Он вам верит во всем. Ему стоит увидеть, что ваше величество пресекает несправедливость по отношению к нему. И он попытается вырвать из своей памяти долгие годы страха, нищеты и тяжкого гнета. Ваше величество, всему народу плохо живется. Знаю, это очень грустно. Но что поделаешь, сеньор Гойя? Мануэль, очевидно, найдет какой-то выход. Ваше величество, именем короля совершаются гнусные преступления. Здесь, во дворце, под боком у вас. Приближенные ваши обманывают вас, ваше величество. Слушать сплетни недостойно. И кроме того, я хочу, сеньор Гойя, чтобы мой живописец только писал, а все государственные дела оставил тому, кто в них компетентен. Побольше пишите. Предатель в их глазах из-за мира с Наполеоном. Какое им дело до того, что этим миром я спас государство от опустошения? Довольно. Довольно, Мануэль. Не распускайся. Если бы ты и в политике был так же расторопен, как с женщинами, то быстро и легко сумела бы обуздать этот сброд. Почему ты не вызвал гвардию? Для них ружье — единственный аргумент. Совершенно верно. И я велел бы открыть огонь, но Альба почтила народный праздник своим присутствием. Так-то она слушается моих приказаний. Я покажу ей, кто повелевает в Испании. Я покажу ей, как самовольничать в моей стране. Не ваше высочество. Меня зовут Мария. Ах, да-да. Сегодня ночь иллюзий. Все смещено, вывернуто. Взглянуть на вас. Взглянуть на ваш костюм. Знаю, знаю, делайте вид, будто вы им ровня. Но под этим костюмом, конечно, прячутся дорогие кружева и шелк с вашей монограммой. Вот видите. Вы любите часок-другой провести с простыми людьми, однако их грубость вам претит. Извините, я не Грант. Зато вы вхожи теперь к его величеству, сеньор придворный художник. Всего-навсего художник. Вы такая же, как все при дворе. Вы даже готовы испробовать свои чары все равно на ком угодно. Только бы заполнить пустоту, которая вас окружает. Но попрошу на меня не рассчитывать в этой игре, вы поняли? Вы сумасшедший, сеньор Гойя, и мне жаль вас.
мерзавцы. Не надо, не надо, не смейте. Добрый вечер, Роджерс. Что вам угодно? Что-нибудь выпить принеси, Роджерс. Ну что ж, сеньор Гойя, ваш идеал развенчан. Я не о себе, что вы так смотрите? Я говорю о вашем заблуждении относительно короля. Я хотела открыть вам глаза в тот день в церкви, а вы решили, что я вас высмеиваю. И очень обиделись. Нет, ваши картины чудесны. Вы, по-моему, великий художник. Но что вам двор, ведь это же прогнившее гнездо. Ваши картины слишком хороши для него. Мария. Ох, Санчес. Я повсюду разыскивал вас. Думал, не случилось ли с вами чего-нибудь. Граф Родриго Санчес, сеньор Гойя. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Нам еще один стакан, Роджерс. Да, ваше высочество. Такого, как сегодня ночью, я, по правде говоря, еще не видел. Но говорят, что воздух становится чище после грозы, а молнии все освещают. Я говорила как раз сеньору Гойе, что хорошая буря не свергает идолов, коронованных тоже. Ради бога, Мария, я еще ношу мундир, и уважать его мой долг. Да, у вас положение довольно двусмысленное. А я думал, что и вы служите его величеству, сеньор Гойо. Я ведь художник. То есть свободный человек, хвала создателю. Раз уж вы свободны, то потанцуйте со мной.
Нет, не все равно. Вы его любите? Нет. Но вы любили его, правда? И не только его, разумеется. Он еще любит вас. Я не хочу говорить об этом. Видите во мне сегодня ночью? Все, что для меня имеет смысл. И все, что для меня правда. Я вижу вас все, что для меня дорого. И вы увидели это только сейчас? С первой встречи. Хотя смотрел на вас с недоверием и обидой. Я писал ваше лицо сотни раз, Мария. Какое же из портретов вы считаете? Самый верный я напишу сейчас. Сейчас? Этой ночью. Этой ночью. Знаете обо мне? Знаю, что у вас были любовники. Знаю их имена. Вы все знаете. И зная, любите меня. Мария, какое мне дело до того, что было? Я не хочу об этом слышать. Да-да, вы не задали ни одного вопроса. Вы даже не спросили у меня, но почему это было? А ведь я горда и строптива, Пако. Я раба своей гордости. И я хочу, чтобы между нами все было ясно. Без этого я не могу любить вас. Мария, вы уверены, что способны любить и быть верной? Может быть, но только я до сих пор не встречала такого, чтобы стоил верности. Не надо смотреть так сурово. Я вас люблю. Но я не думала никогда, что испытаю заодно с этим чувством. Стыд. Боль, неуверенность. Пожалуйста, дайте мне уйти. Мария, я вас прошу, посмотрите на меня. Ну что с вами? Что вас напугало во мне? Я живу, двигаюсь, работаю. Я люблю вас. Вы нужны мне. Нужны. Так нужны. Вы мне нужны, Мария. У меня из близких никого нет. Ни мужа, ни ребенка. Ребенка и не было. Когда муж умер, началась слежка, сплетни, грязные подозрения. А мне всегда доставляла радость шокировать ханжей, лицемеров. И я не отказывала себе в этой радости. О, тут я на вас похож. Я многих шокировал и продолжаю шокировать. Мы с вами во многом похожи, Мария. О, Мария. Но вы, будете ли вы меня любить? Я вас люблю, люблю. Я люблю свою работу, свои картины, мою Марию. Я вас буду писать сейчас. Нет, я не останусь. Но я к вам еще приду. Я...
Дайте же мне все обдумать, отпустите же. Я к вам вернусь. Мария, когда вы вернетесь? Очень скоро. Я скоро вернусь к вам. Как чудесно, как ново томится ожидание. Я буду вас ждать, Мария. Буду всегда ждать. Мария. Жду вас, ваше высочество. Я не помню, чтобы звала вас. Как не помните и того, что случилось сегодня вечером. Я был вынужден забыть об этикете. Уверяю вас, ваше высочество, скрывая роль, которую вы сыграли сегодня ночью, я подвергаюсь огромному риску. Я этим нисколько не тронута. Дошло до того, что роются в моих вещах. Подождите меня внизу. Разве вы, ваше высочество, не понимаете, что среди ваших бумаг есть такие, что представляют интерес для инквизиции? Вольтер, Руссо, Монтескье, они революционеры. Как верный слуга его величества, я... Вы позволяете себе говорить о верности. И все же я охраняю королевство. Разумеется, как мужчина, я ослеплен. Я вами восхищаюсь. Не причиняйте себе хлопот. Я целый час успокаивал ее величество королеву. Вы знали о запрете, но не подчинились ему. Вы среди врагов королевства и подстрекали их против меня, но я, тем не менее, приложил все силы, чтобы сократить вам ссылку до 1 года. Пустая формальность. Вы добровольно уедете на свою виллу в Солинаре. Я вряд ли уеду. Навлечете беду, ничего бы еще только на себя, но ведь и на того, кто вам дорог. Я дам знать о своем решении. А все решено, ваше высочество. Я буду иметь честь присутствовать сегодня при вашем отъезде. Сегодня? Сейчас, ваше высочество. Есть для меня письмо? Нет, сеньор. Ты... носил ей эскизы? Ты ее видел? Клянусь тебе, Пако, она совсем не для такого, как ты. Сколько раз я тебе говорил, что в мои дела ты не смеешь вмешиваться, Хуанито. Она их что, не приняла? Она уехала. А что ж такого, она делает все, что ей в голову взбредет. Сегодня здесь, завтра где-нибудь еще. Скольких она уже с ума свела? Сейчас ей, видите ли, захотелось провести месяц-другой на своей вилле в Солинаре. Клянусь, Пако, это все к лучшему. Вернешься к своей работе, и пусть она... Хуанито! Уложи мой чемодан. Что? Пако! Пако! Человек должен испытать все удары судьбы, чтобы дойти до такого безысходного отчаяния. Часовые запретили мне поцеловать мою маму. И поговорить с ней. Дальше. Я долгое время ничего не знала о ней, а потом получила. Что дальше? Сеньор, вы здесь? Мария! Где она? Где она?
Хуанита. Как вы нашли меня? Ну зачем? Зачем вы решились приехать? Пако, прошу вас, пожалуйста, уезжайте. Я не должна с вами видеться. Уехать. Не должны со мной видеться. Уехать. Пако, я бы не уехала в Сулинар, но меня сослали. Сослали. Почему, Мария, почему вас сослали? Прошу вас, оставьте меня. Мария, скажите мне, почему вас сослали? Я не хочу, не могу. Я не стану вас впутывать в эту историю. Если вы мне верите, Мария, скажите мне, почему вас сослали? О, Пако, я вас люблю. Я вас люблю. Высочество, теперь готово. Я могу взглянуть? Анита, ты можешь уйти. Девочка, наверное, уже проснулась. Пако. Пако. Это, я думала, должно быть тайной. Я готов об этом кричать на весь мир. Всегда манёв. Ваше Высочество. Санчес, что вас привело сюда? Мы сейчас переходим на новую позицию. Граница это недалеко. Прошу простить за вторжение. О, это не нужно. Не могу ли я чем-нибудь помочь? Благодарю, Мария. Сеньор, если могу быть вам полезен. Все хорошо, Санчес. Я счастлива и спокойна. Мария, сеньор. Желаю удачи. Отдают ли они себе отчет в том, что делают? Они, скорее всего, обманут. Но будь справедлив, Пако. Это же война, не так? И потому он проехал именно здесь. Ты еще меня ревнуешь, да? Ко всем и ко всему. Ты все о чем-то думаешь. О чем хотел бы я знать? Это очень трудно. Сеньор Гоя не вернулся? Нет еще, Ваше Высочество. Санта-Крус далеко отсюда, а Дон Франциско вынужден объезжать дороги, по которым движутся войска. Как я жалею, что просила его съездить. Но ведь он знает и дороги, и местность лучше всех. И кроме того, он ничего не боится. Думаю, что зря. Вы не должны волноваться. Он будет осторожен, потому что везет эти документы с вашей подписью. Он не станет ими рисковать. Вы не должны волноваться, Ваше Высочество. Благодарю, Аранда. Мы ведь не волнуемся, да? Пожалуйста, отошлите. Консуэла. Вы явились посмотреть, не убежала ли я. Отнюдь. Я был поблизости на маневрах. Жизнь в лагерях довольно унылая. Никого, кроме солдат, и не увидишь. Тогда это место уж, конечно, не для вас, Дон Мануэль. Вот я и жалуюсь, Ваше Высочество. Мы оба в плену. Вы у своей виллы, а я у своего долга.
Пленники должны понимать друг друга. Вы разрешите? Надеюсь, что в моей власти вернуть вас в Мадрид. Тем более, что нам вас не достает. А вы здесь, по-моему, стали еще красивее. Как благотворен чистый воздух. Так в чем же мы должны понять друг друга? Ваше Высочество, мы оба знаем, что Наполеон у ворот Испании. Я жду вашей помощи и поддержки в эту трудную пору угрозы королевству. И что вы мне предлагаете? Заключить союз в общих целях. В ваших целях? В наших с вами, если угодно. Наполеон, без сомнения, будет благодарен тем, кто поможет ему вступить в Испанию. Ну, конечно, временно, на короткий срок, без ненужной крови и жертв. Так вот зачем вы пришли ко мне. Напрасный труд, сеньор. Ваш Наполеон хочет войти в открытые ворота. Значит, он не войдет. Но сопротивление бесполезно. Он же в тысячу раз сильнее, чем мы. Но когда попирают нашу честь, мы не пересчитываем врагов. Ваш гнев производит сильное впечатление. Весьма сильное. И так вы все это приняли всерьез. Дипломат-политик должен иметь в виду все возможности. Сеньор Гоя здоров. А говорили, что он болен и в Сарагосе, а это ведь далеко отсюда. Не забывайте, ваше высочество, что вас сослали не для утех с любовником. Сеньор Гоя должен через 3 дня вернуться в Мадрид. Мы устали от всех этих мыслящих смутьянов, которые считают, что им все можно. Хоть им и платят 50 тысяч реалов. Я эту сумму возмещу. Об этом не может быть и речи. Он вернется и будет работать. За кого вы нас принимаете? За слепых дураков? Того, что найдено у него в студии, достаточно, чтобы им занялась инквизиция. А вы знаете, что это значит? Это значит конец, даже если его выпустят живым. Неужели вы готовы и на такую подлость? Это разве чем-нибудь лучше убийства? Почему бы нам не быть друзьями? Отошлите холсту метраски этого сумасброда. Если он вернется в Мадрид, могу я быть уверена, что с ним не случится плохого? Даю слово. 3 дня. Я к вам скоро заеду. И, может быть, буду встречен менее настороженно. Здесь никого не было. Сеньор Гоя не должен знать об этом визите. Предупредить остальных. До свидания, Родригес. Мария! Папа! Здравствуй, здравствуй. Ну, как мы поживаем сегодня, а? Ты ждала меня? М? Хочешь, покачаю? Ну, конечно, хочешь. Раз! Ух! Два! Ух! А, сеньор Гоя. Здравствуй, Анита. Это не твои. Анита, кто был здесь? Я не знаю. Никого. Ну, иди поиграй, да? И захвати с собой эту веточку. Это тебе. Ешь только не все сразу, а то у тебя заболит животик. Пако, как ты долго. Но все хорошо. Почему вдруг? Вдруг? Я нашел это внизу. Ах, это. Наш друг-офицер заезжал. Привез разные новости из Мадрида. Он, наверное, забыл их. Пако, почему ты такой подозрительный? Не знаю. Но боюсь, что это уже не пройдет. О, они передали письмо.
Оказывается, все очень осложнилось. Сюда могут явиться, а ты здесь со мной как? Когда они вернут тебя в Мадрид, принудят тебя возвратиться туда. Меня возвратиться в Мадрид? Мария, кто меня в силах забрать у тебя? Тебе нужно подумать о твоей работе, Пак. Да и при дворе тебя давно не видели. И еще долго не увидят. Мария, дорогая, моя жизнь в тебе одной. И без тебя мне не нужно ее. Знаю, но ведь то, что тебе нравится сейчас, увы, не вечно. Я стану безобразной, старой, и ты захочешь уйти от меня. Безобразной, старой. Ты, Мария, ты. Вот так. Сейчас живописец Гоя создаст нечто новое. Он напишет свой самый живой портрет. Это просто подготовка холста. Вот так. Начнем. Начнем с губ. Два светлых мазка. Пако, будь хоть немножко серьезней. Ну, возвращайся в Мадрид. Нужно вернуться, Пако. Мария, не трать на это слов. Когда я увижу, что ты не любишь меня больше, я сам уеду. Моя любовь, моя радость. Я не оставлю тебя, пока ты любишь. Кто отвез письмо Санчесу, Анита? Мигель, ваше высочество. Когда он сказал, приедет? Сегодня, ваше высочество. Ты можешь идти, Анита. Гоя очень тяжелый человек. Он даже временами бывает не очень приятен. Чем-то всегда раздражен. И чем-то всегда взволнован. Ненавижу затянувшиеся прощания. Мне кое-что об этом известно. Да, Санчес, что поделаешь, я не могу быть верной долго. Как это ужасно, то, что вы говорите. Лучше бы вы полюбили моего заклятого недруга, кого угодно, но хоть раз в жизни по-настоящему. Вы не устали от увлечений? Вы не очень понятливы, Санчес. Я вам понадобился, чтобы избавиться от него. Как недавно Энрике, чтобы избавиться от меня, а Гоя, чтобы избавиться от Энрике и всех других заодно. Ох, Санчес, вы не можете не знать. То, что я чувствовала к вам, было любовью. Правда, Мария? О, Пако, а у нас гость. Ах, да, ведь вы уже знакомы. Сеньор Гоя? Это тоже входит в маневр, сеньор. Извините, Мария, мне пора уезжать. Но вы же приехали совсем недавно. Поверите у нас. Я так этого хочу. Я ведь, собственно, к вам на минутку. Только засвидетельствовать почтение. Ничего вы не видите. Ровно ничего, Санчес. Я прошу вас остаться. Я умоляю. А ведь раньше довольно было одного слова. С тех пор многое изменилось. Может быть, я перед вами виновата, Санчес. Даже, наверное, виновата. А сейчас снова я... Мария. Право же, мне очень жаль, дорогой. Сама. Пако. Пако. Ты этого ждал. Да, все кончено, мой милый. Теперь ты должен уехать.
Пожалуйста, поторопись, Мадрид. Пако. В Мадрид. Пако. Отойди! Не хочу! Ради бога, не нужно! Пако, успокойся. Лежи тихо. Извините, ваше высочество. Высочество, какая честь! Я отложил для вас последние иностранные новинки. Чрезвычайно интересно. Удивительно интересно. Если бы вы не сочли за труд пройти в мою контору, то я бы... Ваше высочество, не будете ли вы добры пройти в мою контору? Это сейчас туда принесут. Чрезвычайно интересно. Чрезвычайно. Кто хозяин лавки? Я. Приказ Святейшей Инквизиции. Вы арестованы. Ваша лавка конфискуется. Но за что? За распространение и продажу рисунков Капричос, которые оскорбляют нравственные чувства и религию. Они в первую очередь будут конфискованы. Но позвольте, это рисунки самого Франциско Гойи, если придворный живописец находит возможность. И о нем не забыли. Святейшая Инквизиция займется им. Прочь с дороги!
дайте пройти. Дорогу! Дорогу! Пако! Пако! Ты убирайся! Много хлопот. Ну а пока разучиваем новые танцы. Да, ваше величество. Какая приятная неожиданность, Мария Каэтана. Мы вас уже очень давно не видели. Хотя слышали, что вы отбыли в Солинар. В самом деле, дорогая Мария, зачем вы удрали от нас в Солинар? Там, наверное, много лучше, чем здесь. Ваше Величество, Дон Франциско Гой арестован Инквизицией. Ему грозит большая опасность. Что? Но я ничего не знал, впервые слышу. Ах уж этот Пако. Он снова что-то натворил. Давно ли вы опекаете сеньора Гойо? Великого художника, Ваше Величество. Я полна сочувствия, моя дорогая, но мы не можем нарушать закон. Инквизиция вполне независима. Ваше Величество, я прошу знала... извинить, но нас ждут неотложные государственные дела. Мария, я посмотрю, что можно сделать. Мы посмотрим. Прошу вас подождать в моем кабинете. Я скоро приду. Полковник, проводите ее высочество. Каким намерением вы создавали эти капричес? Показать продажность и невежество. Вот как. Нас интересует также, каким образом вы это сделали. Вот один из ваших рисунков. На нем изображены монахи, не более не менее, которые в самозабвении слушают попугая, проповедующего с кафедры. Я правильно понял? Да, да. Ну, то есть, иными словами, и проповедующие, и слушающие ничем не лучше попугая. Нигде, как в Библии сказано... Без ссылок на Библию, сеньор Гойя! Суду Библии известно! Итак, сеньор Гойя, картины ваши, как установлены сейчас судом, оскорбляют Бога и человека, являя зрелище грязное, бесовское, рождающее похоть. Вы признаете, что изображали обнаженное тело? Вы это признаете? Да. А известно ли вам, сеньор Гойя, что это смертный грех? Мне неизвестно, почему изображение прекрасного греховно. Я не знал, что обязан иметь в виду ханше и невежд. Это то, что его обличает. Кто вам позволил? Кто вам позволил? Нас хотят уверить, что это обнаженное тело вызывает только мысли о прекрасном. Тогда как оно зовет и довольно открыто к плоским наслаждениям и грязной похоти. Нет, если не на все смотреть грязно, похотливо! Сеньор Гойя! Бог создал первую обнаженную женщину! А стыд за ее первозданную наготу внушил вам дьявол! Это, несомненно, с кого-то написано. Нет! Ни с кого! Ни с кого! Если это вина, то повинен я, мне отвечать! Нет больше виноватых! Садитесь, сеньор Гойя, вы лжете! Вы совершили свой нечестивый поступок под влиянием той самой особы, которая позировала вам. Ни под чьим влиянием я не был. И никто мне не позировал, вы поняли? Я один во всем виноват и буду отвечать. Один я. Итак, вы видите, к чему привело этого человека его поистине сатанинское высокомерие. Я затруднился бы указать на что-либо или кого-либо, не ставших предметом насмешек в его рисунках. И я именно поэтому... Сеньор Гойя... Только что из королевского дворца поступило ходатайство о помиловании. Мы удовлетворим его.
Но этот случай вам должен быть уроком. Господь даровал вам талант, и мы проследим, чтобы вы не употребляли его во зло. Франсио Гойя, вы свободны. Вам нравятся эти часы, подарок его величества? Ваш художник свободен. Вот решение инквизиции. Небольшой урок и ничего больше. Я видел эти его капричи, весьма любопытно. Это его величество велел освободить сеньора Гойю. Пожалуй, не совсем так, но не беспокойтесь, я сообщу об этом его величеству. А пока не благодарите его. Я ошибалась с вас, Дон Мануэль. Я никогда не забуду. Вы уже уходите? Мы так давно не беседовали с вами. Садитесь, пожалуйста. Хотите что-нибудь выпить? У меня есть настоящий французский коньяк. Нет, благодарю. Вы хотели мне сказать что-нибудь? Только спросить, не пора ли нам с вами рассчитаться. Сегодня вы просили за сеньора Гойя. И вот он уже свободен и снова может высмеивать любого из нас в своих рисунках. Что я могу сделать для вас, Дон Мануэль? Ничего, ваше высочество. Но вот для всей Испании, если вы любите ее, вы можете сделать очень многое. Что же именно? Дело в том, что французская армия уже вступила на испанскую землю. Но ведь это война. Что вы, это мир. Французы пришли как друзья. И за сколько вы продали Испанию новому господину? Скажи мне, это мужчина, он бы не вышел отсюда живым. И потом грешно лишать мир ваших волнующих прелестей. Минутку. Ваше высочество, во сколько вы оцениваете свое сотрудничество? Так дорого, что вам за него не заплатить. Вы уверены? Неужели и королевства вам было бы недостаточно? Ведь вы теперь одна. Какое заблуждение, Дон Мануэль. Человек не один, имея друзей. Это как раз то, чего вам не хватает. Что вы думали взять у меня взаймы? Ей удалось получить у тебя то, в чем я ей отказала только сегодня. Я ведь знаю тебя. И слишком хорошо, Мануэль. Ты ничего даром не делаешь. Но ты тоже знаешь меня. Ты мною создан. Я же тебя уничтожу. Да. Вы хотели меня видеть, ваша светлость? Наш общий друг и сейчас находится при ее высочестве. Да, ваша светлость. Скажите, что я велел начать сразу же. Скажу, ваша светлость. Надо только что-то медленно действующее, так, чтобы было похоже на болезнь. Да, ваша светлость.
Благодарю, Беата. Аранда, ты вернулся. Что нового, что говорят? Королевское семейство отдало во Францию, говорят, по приказу Наполеона. Годой хорошо отплатил им за их слепое доверие. Подожди, а что, все мои друзья? Некоторым удалось спастись, но кое-кто под арестом. Стража у многих домов. Ах, не думают ли они, что я покинула их? Нет, ведь и у вашего дома стража. К чему эта предосторожность, чтоб я не удрала? Вы еще не приняли микстуру. Ничего нового, Анита. Никто не выходил? Никто, ваше высочество? Никто. Да здравствует Жозеф Бонапарт Испанский! Оле! Мое почтение. До свидания. Не забудьте о нашем условии. В чем дело? Что ты так смотришь? Докатился же ты. Водишься с французами. Я художник, пишу, что хочу. И мне никто ничего не запретит. Ты что, ослеп, что ли? Или, может, не знаешь, что творится? Они ведь нас всего лишают. Но зато навязывает нам нового короля, младшего брата великого Наполеона. Уж они что хотят, то и делают. И ты теперь с ними заодно. Тебе, правда, неплохо заплатят. Получишь из того, что они у нас наворовали. Хуанито. Ничего, Пако. Ничего. Я ухожу. Ты гений. Может, ты и должен делать все, что хочешь. Но и я решил делать все, что хочу. Ты решил выступить против французской армии один, Хуанито? Нас будет много. Разумеется, разумеется. Людей, готовых сложить голову за что-нибудь, не так уж мало. Разве тебя еще не обманывали, не предавали, не бросали? Где твой король? Нет, его уехал. Все другие где? Где рыцари гостиных с их болтовней о свободе? И где ее высочество, покровительница народа? Альба очень больна, Пако, очень. Но если б не болезнь, она была б с народом, а не с французами. Вследствие этих и многих других причин, я, Мария де Филяр, Тереза Каэтана, 13-я герцогиня Альба, завещаю все свое имущество и владение моим преданным друзьям, моим слугам.
трудно узнать. Она очень больна. И давно уже. Идите к ней. Сеньор Гоя, в тот вечер Солинари она хотела только одного — спасти вас. Годой грозил вас погубить, если вы не вернетесь в Мадрид. Она знала, что вы не уедете, а срок был на исходе. Это правда. Ваше Высочество, к вам сеньор Гоя. Просить его? Да. Нет. Нет. Я раньше встану. Я хочу встать. Пожалуйста. Но я прошу всех прийти после. Нам помешали. Мария! 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 Моя любовь! Моя любовь! Скажи мне! Скажи мне, дорогой мой, что ты теперь видишь в моем лице? Конец темной долгой ночи, Мария. Ты застал меня в таком ужасном виде. А я хотела встретить тебя здоровой и на ногах. Ты и будешь здоровой. Давай немножко походим. Попробуем, да? Я буду тебя поддерживать. Встань, моя дорогая. Вот так. Вот так. А теперь иди. Ну вот. Ну вот. Ты ходишь, Мария? Мария! Мария. Я хочу, чтобы ты была здорова. Слышишь? Я так ждала тебя. Теперь уже все прошло. Все хорошо. Нет, нет, нет. Я очень виноват перед тобой. Я знаю, что виноват. Но больше этого не будет, ты только выздоравливай. Я узнал, что ты нездоровый, и сразу примчался. Ох, мне нужно было давным-давно заболеть. Моя любимая, ну а сейчас лучше тебе. У тебя ничего опасного. Если бы что-нибудь опасное, ты бы сказала. Ох, да. Ох, да, конечно. Я даже бы произнесла красивый длинный монолог. Я бы сказала, Пако, я тебе оставлю лучшее, самое дорогое в жизни. Испанию и тебя. Как я люблю твое лицо. Как мог я так долго его не видеть, моя дорогая? И еще я бы сказала, Пако, ищи меня в каждом испанском лице. И я бы сказала, живи долго, Пако. Пиши Испанию такой, как она есть. И как она встает против тирании. Да. И какой она будет. Да, мое сердце, да. А потом я бы сказала, Испания будет жить в Гое. А я бы сказал, Гоя будет жить в Альбе. О, Пако, как много я бы сказала перед смертью. А что и теперь, может быть, даже стоило нет. бы...
Нет. Мария, ты давно его носишь? Это единственное, что я хочу подарить. Я дарю эту альбу тебе. А горе оставлю себе. Мария, ты помнишь то утро в Солинаре? Твой портрет с этими кольцами. Солнце, трава, деревья. И твои глаза, твоя улыбка. В то утро портрет был закончен. И стало совсем пусто в моей жизни. В моей тоже. Но сегодня с этим покончено. Да, сегодня. Паку, как прекрасен портрет. Ну, как изменилась я. Нет, Мария, нет. Ты красивее, чем тогда. Я говорю правду, ты еще прекраснее. Но в тебе было что-то, чего я никак не мог уловить. Я думаю, что сейчас смогу. Пако. Да. Я хочу увидеть портрет еще раз. И чтоб он был со мной. Принеси мне его, Пако. Но, моя дорогая, я не хочу оставлять тебя. Пожалуйста. Прошу тебя, принеси мне портрет. Сейчас? Да, сейчас. Хорошо, Мария. Принесу. Сейчас пойду и принесу. Жди меня. Я буду ждать. Буду.